Рано утром, дорогие наши друзья, один из российских телеграм-каналов сообщает нам о том, что поздно ночью в одной из больниц города была доставлена в тяжелом состоянии с многочисленными травмами головы российская актриса Татьяна Веденеева. Как оказалось, возле подъезда, где она проживает, на нее набросился мужчина, который пытался вырвать у нее сумку. С ним у Татьяны завязалась драка. Ее спасло только то, что соседка с балкона это все увидела и вызвала скорую помощь и наряд полиции. Хулиган, когда увидел мигалки полицейской машины, сразу же бросился на утек. Уже на скорой помощи Татьяна Веденеева была доставлена в одну из больниц города, где сейчас дежурят сотрудники полиции, которые хотят взять показания у нашей любимой актрисы и взять фоторобот нападавшего. Преступника будут искать. Какие травмы у Татьяны Веденеевой пока что неизвестно, она проходит обследование. Об остальном расскажем позже. Давайте, друзья, поддержим Татьяну Веденееву. Будем надеяться, что с ней все будет хорошо. Будем надеяться, что это все закончится тем, что преступника найдут. Подпишитесь на наш канал, будьте всегда с нами, друзья. И до скорой встречи на нашем YouTube-канале.